Зайка, маму, мамуля, детей. Ну, детей я морковками называю. Почему? Ну, не знаю, как-то вот так. Они что, оранжевые? Нет, они просто маленькие. Ты пельмешка? Макарошка? Булочка? Всяко разное. А супруга как любимого? Муж. Красотка. И все? Да, достаточно. А еще? Ну, потом по ситуации. Работяга там бывает она. Что? Реально так да. Называете? Конечно, ну если она там пришла с работы уставшая. Я работаю с детьми, поэтому иногда называю их зайчиками. Или котиками маленькими. Да, у нас есть такое в семье. Не совсем ласково, конечно, но мы называем их бандой или стихийным бедствием. Почему? Ну, потому что маленькие детки, маленькая разница в возрасте. Да. И как бы бывают у нас такие войны. Как ласково ты называешь своего дядю, своего родственника? Ну, дядюшку, ну, дядю я называю дядюшкой иногда. Ну, или иногда Вуди, потому что его так и зовут. У меня имя Давыд, меня называют Додя. Необычно. Вам нравится? Неплохо. Когда как, когда зайка, когда солнышко. Без разницы вообще. Ребенка бусинка все называют. А мужа, нет, я не люблю сопливые названия. Своего ребенка называю пупсиком. Это малышка. Ну а любимый, просто любимый. Ну, я называю свинкой. Ну, так. Да. Ну, она похожа на маленькую домашнюю. Ну, для меня это мило просто. Она как на это реагирует? Нормально, она себя называет Пигги тоже. Она не хрюкает у вас? Нет, нет. Она просто милая.